не один билет. Да, Олег, потом, да, ты успел увидеть первый матч чемпионата? Бэксу в руку попало. Что расскажешь? Ну, увидел не полностью, увидел только самую концовку первого тайма и второй. Судя по второму тайму, Лесорубы, пожалуй, были чуть поострее и сравняли счет заслуженно, на мой взгляд. Хотя Спартак, если бы поймал их в контратаке, несколько возможностей было, весьма неплохих. Где-то с последним пасом жадничали. Но в целом темп для первого тура был очень приличный. Обычно у нас все это выглядит более печально. Так, игра понравилась. А что скажет участник матча непосредственно? Игра понравилась? Ну так, моментами. А что не понравилось? То, что не реализовали свои моменты в первом тайме. Хорошо.